И напоследок экзамен на идеальное вождение. Вам придется сделать разворот в экстремальных условиях, предельно далеких от нормы. А скажите, а почему нет двери? А может, вам еще стекла протереть? А шлемы нам зачем? Вам точно не нужны, но по инструкции положено. А-а-а. Пуск! Ты что, с ума сошел? Да я ничего не трогал. Если бы не ты, я вот так развернулся. Чего ты на меня орешь? Как облажаться? Черт! 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 Чтоб тебе! А что?